Иди туда, я тебе не мешал. Полезем на кулинарию. Но это будет легко, потому что там лестница. Да, Димка? Димка, да. Димочка, легко будет? Они видосы снимали без меня. Я просто школьник в школе сидел. Школьник. У них первая смена. И идем мы, короче. Там поезд едет. Я тебе уже делать не говорю. Ты выложил, кстати? Идем мы, да, вот. Пиар. Это все пиар. Пиар. Пиарил Димасика. Пропиарил Димасика. Идем мы, короче, на кулинарию. Ты велик переведешь? Надо только его куда-нибудь в секретное место поставить. Вот, 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 доказательство. Чистый пиар. Блин. Димасик, ты мне должен заплатить много. Да? Когда? За что? За что? Пашонка. А что он сказал? И что он сказал? Давайте. Никита! Сейчас мы едем на вот эту крышу. Подержи, подашь, Димас, поснимай меня. Смотрите, там все мне, а там Никита писает. Это все. Смотрите, он лезет, он лезет. Люди, он лезет. Вот Никита. Смотрите. Димасик. Ну, Никита. Я повис. Можно повеситься? Все, завис. Так, вылез я, да. Сейчас похожу по краешку. Хоп, хоп. Блин, пойду лучше по краешку, по-другому похожу краешку. Вот здесь вот похожу. Хоп. Сука, железнодорожники, Ник. Там. Поставлю музычку, и все будет окей. Сейчас может даже Никита. Что такое? Никита, давай я спрыгну с крыши на крышу, ты меня поснимаешь. Снимаем. Всем привет на его канале, я с вами Sad Boy. Пиар. Это не пиар. Давай быстрее. Пишите на мой канал, Sad Boy, ставьте лайки. Ну а на его кто хочет, как хочет. И он сейчас слазит. Я свалился, это что-то долбано. Стойте, я сейчас по краю покажу.
Артём, как твой канал называется? Короче, подписывайтесь на Артёма канал и на мой. Всё, всем пока. Доста. Я постоянно выключаю. И сейчас я иду домой. Пацаны, домой. Да, пацаны? Пацаны, да? Домой? Что ты-то там? Что ты-то там? По забору. Кто мой велик поведет? Конечно же, Вадим. Вадимка. Вадимочка с нами. Димочка с нами. А Никитка навел видосик. Мы идем по забору. Вот забор. Да, Дима, сними чука сейчас за тобой. Я иду. Я просто сейчас только залез. Никита? Это пиар. Четыре раз пиар. Димочек, куда ты спешишь? Стойте, 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 стойте. Пацаны, зацеп, пацаны. Пацаны, падаю. Фу, чуть не упал. Херасе, зацеп. Черный пиар. Ну, я такой дурак один. Ну, сейчас все это исправится. И я слез. Я поставлю. Ладно, все. Идем. Идем мы дальше. Я домой поеду. Черный пиар. Чё черный пиар? Ну-ка сними меня. Сними меня! Они бегут, мне нужно домой, потому что они огроскольники. Давай, паркур, сальто. А что я тебе пиарю, да, я себя поснимаю, а? Давай, братиш. О, да еще мы, ты что-то не сказал. Для него это много. Никита? Ты что, хочешь попасть в видео, да? Давай, иди. Пацаны, скоро 9 мая, и мы идем гулять. Да, Никита? Следующий видос будет, короче, у Сэдбоя 9 мая на празднике! Верьте ему, я тоже буду снимать. Да. Если там будет селфи-палка, я куплю себе селфи-палку, чтобы было все более видно. Что он сказал? Что чувство, когда сказал, что сейчас 9:57? О, дерево. Пацаны, вот как у вас дела? Как у тебя дела? Парни 58. Пацаны, как у вас дела? Как у тебя дела? Убрал свою руку, я свою поставлю. А, ты нет, все, пошли. Пацаны, черный пиар, да? Припиарим Никиту. Черный, как черный? Никита, обычно. Кто его убьет дома? Буся. Этот шнырь мой велик ведет. Это не шнырь, это норм пацан. Вадик. Крутой парень. Цветочки. Бодрыные. Легче, иди не держи. Сейчас тебе Димасик. Поаккуратнее с языком, молодой человек. Димасик шатанет. О чем поговорим? Как день провели? Плохо. Ну да, плохо. По твоему телефону видно, что у тебя там несколько штук видосов, да? И Никите тоже. Что, пацаны, завтра идем гулять? Завтра идем гулять, Никита? А ты, Димасик, идешь? Я сразу пишу школу к вам. Кайф, а ты тут причем к футболке? Идем мы, короче, маму же. Скоро будем видео заканчивать. Я сейчас вот посетил Никиты или Димасика. У меня сейчас по-любому видосиков 10 в телефоне, это только за час. Потому
потому что я всегда как дурак останавливаю. За 10 минут у меня блин, у меня то же самое. Это естественно, блин. Маша и Никита побежали домой, я еще сяду на велик. Эй, я за тобой! Они домой. Сяду, уезжаю, я догоню. Кстати, заходи. Никита, куда попёр? Куда попёр, блин? Эй, ты вон! Парнишка! На тюльпаны воруют у бабушки. Так можно, у бабушки. Здравствуйте! Знаешь, что со мной не захотели поздороваться. Вы скоро? Куда вам бежать? Пиар тюльпана. Маме подарит, маме подарит. 51. 8.51. Я еще не успела. Ну так еще 9 минут. О, какой 9.50 уже. 9.51. 9.02. Побежали. О, ребята. Ладно, на этом заканчивается наше видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал мой, на канал Никиты. Все двое. Смотрите. Он хотел бы меня, когда найдете, поняли? Не верьте ему, он обманщик. Ладно, всем удачи, всем пока.